Всем привет! Мы группа Трек. Мы за трезвый образ жизни. Еще раз всем добрый вечер, мы группа Трек. Мы очень давно играем, очень давно. А следующая песня называется «Пески». Вот с этой в том числе песни в 79 году была, начиналась группа Трек. Очень давно.
воды глоток, чтобы не сойти с ума. А исход простой, век прожить во тьме. Народная медленная песня. Следующая песня. Блюз. Нет, байкер. Тема мотоциклизма, она вообще в роке присутствует все время. Это неотъемлемая часть. Следующая песенка называется «Байкер». Thank you.
хочет. Смейся и пой, вслед за мной.
the sons of your days. Так называется следующая песня. Звуки твоих дней. Sons of your days! Yeah.
здоровья! Добрый вечер. Как называется ваша группа? Откуда вы? Наша группа называется «Трек». Мы с некоторых пор все москвичи. Ну, я с Игорем. Саня москвич, в принципе, от рождения. А вот господин с Волгограда. Я тоже уже давно москвич. Да. Ну, в общем, я говорю, просто откуда мы все уже приехали. Уже больше 20 лет. Да. Вы играете больше 20 лет? Больше. Нет, играем мы, я вам скажу сейчас. Ну, вот я начал петь в 85-м году. Наш марафон называется «Рок против наркотиков». И вот мы сейчас услышали, мы так считаем, настоящий рок. Вот что это для вас? Что это значит? Ну, для нас, я не знаю. Ну, это наш образ жизни. Посмотрите на Сашу, на меня, на Сашу, на Игоря. Такие. Живая писать. А если говорить о музыке, что это? Как это? Что, как и любая другая музыка. Просто... Что для вас это означает? Ну, жизнь. Мы любим свою музыку, мы любим делать музыку, мы ее стараемся делать хорошо, мы ее стараемся делать так, чтобы всем понравилось. А рок действительно против наркотиков, как вы считаете? Конечно. И против наркотиков. Конечно. Против как вот Оззи Осборн сказал, друзья, не курите коноплю и не пейте алкоголь. Это было, по-моему, в каком-то там, в 79-м или 80-м году. Вот с тех пор это все так и есть. А кто ваша аудитория, как вы считаете? Это ваши ровесники или все-таки люди молодые? Ой, вы знаете, очень, ну, там огромная аудитория, поэтому не. Ну, я имею в виду не взрослые, все. Да, всякие. Папы с мамами переводят своих детей. Я знаю, что внуков даже переводят. То есть у вас самые разные поколения. И что вы хотите им сказать? Вот есть что-то общее, что вы хотели бы им донести? Мы ничего им не хотим сказать, мы им спеть хотим. А что вы им поете? Мы им поем песню. Идея какая? Идея? Вы знаете, я человек совершенно не идейный, безидейный. Я считаю, что искусство, а идея это раньше была идея. Все для конкурса политической песни идея. Все, она закончилась идея давно уже. Это просто музыка. Музыка для музыки. Музыка для искусства. Музыка для ушей. Музыка для души. Музыка для сердца. Идеи – это не идея. Любое искусство. Музыка может как-то помогать действительно здоровому образу жизни? Музыка? Ну, знаете, я вам скажу так, что вот нынче играть и что-то употреблять невозможно, потому что все очень настолько ускорилось. Раньше, может быть, там, во времена начала Led Zeppelin и Black Sabbath, и там еще каких-то ряда других команд. Ну, да, музыканты... не выдерживая интенсивности гастролей, подкармливали себя чем-то, но, во-первых, возраст, никто уже, не то что там наркотики, сигареты не курят, о чем. Спасибо вам большое.